24 мая 1686 года родился Даниэль Габриэль Фаренгейт, сын купца, которому больше нравилось проделывать физические опыты, чем торговать. В начале 18 века очень модным занятием было изготовление термометров и барометров. В этом деле Даниэль достиг совершенства. Его приборы отличались отменной точностью. У термометра, правда, имелся один недостаток – весьма курьезная шкала. Дело в том, что за ноль своей шкалы Фаренгейт принял температуру таяния смеси снега, соли и нашатыря. Это около минус 18 градусов по Цельсию. А за отметку 100 градусов принималась температура тела человека. В момент измерения это была больная простуда и жена самого физика, так что нормальная температура для человека оказалась равной 98 градусов. Тем не менее, такая парадоксальная и нелогичная температурная шкала прижилась в ряде стран, а в некоторых, включая США, используется до сих пор. 24 мая днем в республике переменная облачность. Температура воздуха около 18 градусов. Северо-западный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью облачно. Температура воздуха 12 градусов. Западный ветер 3-5 метра в секунду.